были игроком того Краснодара, который только начинал свой путь в большом футболе, тогда еще во второй лиге. Вспомните те времена и как, может, оценку дадите той работе, которую клуб проделал за эти годы? Ну, клуб развивался, и за эти сколько уже прошло, 11 лет, конечно, в сравнении с 2008 и 2021 мало, только, наверное, база, вот, стадион, вся инфраструктура, она, конечно, изменила самую лучшую сторону. Клуб развивается, он стал намного сильнее. Какие-то особые личные мотивации будут у вас на этот матч? Как-то будете способны заряжать своих подопечных? Да нет, личных мотиваций никаких не будет. Нам турнирная ситуация требует побед, нам не принципиально, какой соперник. В концовке матча с КамАЗом Олег Смирнов мог стать героем игры. Какие-то консультации по поводу игры в атаке вы голкиперам даете или чисто по игре на ленточке на выходе? Ну, там игровая ситуация требовала, оставалось мало времени, поэтому вратарь пошел в штрафную, чтобы попытаться помочь, ну, сравнять счет. Нет, мы этим такими атакующими действиями мы не занимаемся. Мы занимаемся атакующими действиями в игре, там, отворот, начало атаки, это да, такими нет. Это спонтанно, и решение вратаря, я думаю, там и тренеры все были не против, потому что оставалось мало времени. А в вашей карьере были такие атакующие спасения? Нет, в моей не было карьеры атакующих спасений, только обороняющиеся. Первые еще понятно, они могут узнавать. Галыч, полигон поправляем. Надо было красный забирать, мне кажется. Смотри, смотри, да? Думай. Хорош, так. Давай, Стас. Подожди. Там камера есть, вар. Да, вы первые. Пересдача. Александр, вот не скоро, но лучше нам надо выиграть. Да. Ну, кто первый запарится? Нет. Нет, посмотри. Хорошо, первое место отдыхает.